Сейчас посмотрим, когда сюда поедем. Давай, чувак, мы тебя слышим. Мы пока что шепчем, но скоро мы будем не человечи. О том, чтобы уходить, не может быть и речи. Каждый будет захвачен, мы сделаем этот воздух горячим. Мы сами пока еще не понимаем, как много это значит будет для наших потомков. Мы сделаем громко, но это будет потом. А пока что те ребят свои котомки. Ищите там десятки, ищите полтинники, ищите сотки. Потому что по-другому никак в эту разводку вляпаться нельзя, чтобы не отдать свой кошелек в итоге. Друзья, я хотел бы сейчас с вами поговорить о Боге. Он смотрит на вас и видит вашу беспрецедентную жадность. Именно поэтому Богу становится понятно, что иметь с вами дело не надо, и вас нельзя больше верить. Друзья, мы сегодня открываем гостеприимные двери рядом с пивной буржуазной. Мы делаем то, что станет заразным. Я надеюсь, что сейчас безучастным не останется никто. Огня пока что нам мало, но мы скоро сделаем так, что отопят даже самые холодные подвалы. Мы сделаем так, чтобы вас улыбало, друзья. Мы раскачаем вас на 5 с плюсом баллов. Мало огня. Я хочу еще немного больше. Мало огня. Разрешаю, это значит можно. Мало огня. Я хочу еще немного больше. Еще немного больше. Когда настанут тяжелые времена и наконец-то разваливаться на части станет наша страна, я в обнимку с Линдой и Максом Фадеевым выйду сюда и буду петь вам, дамы и господа. Вы будете грустить, ностальгировать по 90-му нулевым. И, конечно, после этого, выпуская дым или пар, если будет уже холодно, будете кидать десятки. Да, мы понимаем, у многих непонятки. Вроде бы высокая поэзия, и тут же рядом эта низменная вещь. Друзья, нам нужен диджейский скретч, нам нужны золотые цепи, чтобы все поняли, что я рэпер. И тогда не будет ничего таких обвинений нелепей. Рэп это хасл, рэп это, как известно, нау. Друзья, я надеюсь, что сегодня каждый пошлет первый канал вместе с нами, воспроизводя фразу на фразу. У меня проблемы с русским гарсельязом, он слишком сложный, выучить его невозможно практически. Спасибо за то, что нам дали сегодня электричество. Огня по-прежнему мало, давайте согреем вас всех. Нас ждет успех, нас ждет успех. Мало огня. Я хочу еще немного больше. Мало огня. Разрешаю, это значит можно. Мало огня. Я хочу еще немного больше. Еще немного больше. Когда музыкант грустит, это искренняя эмоция. Вы сами видите, как тучами застилает солнце. Еще недавно оно светило, но тут светило русского рэпа загрустило и сразу спряталось юрило. Но где же ты? Приди к нам снова, разгони дожди. Но нет, возвращение солнца не жди. До тех пор, пока залет не улыбнется, улыбается он крайне редко. Сейчас грустит в его организме каждая маленькая клетка. А вместе они грустят, и горе это необъятно. Друзья, пожалуйста, сделайте Саньку приятно. Вот эту бейсболку положите хотя бы немного, я к вам сейчас подойду. Если я буду не играть на гитаре, имейте в виду. Возможно, страстные звуки сейчас зазвучат. Но я попытаюсь все выключить и продолжить наш живой чат. Друзья, общение, интерактив — это то, что очень важно. Вам не нравится речитатив, это вообще не страшно. Вы можете заплатить немного и идти куда либо дорога. Я надеюсь, что сейчас наконец-то, пожалуйста, ради бога, в ком-то из вас проснется совесть, и мы продолжим нашу повесть. Не будем прерывать ее сейчас на полуслове. Как у вас настроение, друзья? Расставаться с деньгами легко и приятно. Не иди на попятную, сделай это безоглядно. Потрать все свои бабки прямо здесь, прямо в эту кепку. Давай, детка, я знаю, ты совершаешь такие поступки редко, но сегодня тот самый день, тебе обязательно повезет. Друзья, я сейчас наконец-то перестану открывать рот, как только ляжет последняя купюра. Пока вы платите, я продолжаю. А тем временем взносы дорожают. Да, это сложно удержаться в нашей секте. Первый взнос тебя завлек. И вот ты уже не можешь без музыки в стиле рок. Без речитатива в стиле рэп уже не можешь. Да, этот путь очень сложен, друзья. Будьте осторожны, если связались с этой ужасной бандой. Я бы, конечно, к вам подошел и обобрал вашу команду. Но слышно, правда, пишу. И я до вас, к сожалению, не дотянусь. Именно поэтому мои глаза застилают грусть. Я начинаю плакать по обеим щекам. Ползут мои слезы. Всем огромный привет от Арбатского Морса. Образца 2005 года. Мы снова здесь по ходу. Как много народу, как настроение. Будет крутая погода. Я вам это обещаю. Итак, друзья, спасибо. И
Это отправляется людям из Новосиба, которые сейчас просыпаются на станции метро и говорят друг другу: да слушай, бро, у тебя нету денег, есть мой спрессов вчера. Итак, есть ты из ботки, денег просто брать. Я их отправляю именно по этому маршруту. Ну че, ребята, круто или не круто? Мало-мало-мало-мало-мало огня. Я хочу еще немного точки. Мало-мало-мало-мало-мало огня. Разрешаю, это значит можно. Мало-мало-мало-мало огня. Я хочу еще немного больше. Еще немного больше. Этого парня зовут Шот, он реально стреляет. Ты даже не представляешь, как круто, маза. Он может сделать, если дать ему микрофон просто. Несмотря на то, что он щуплый и не особо высокого роста. Мощь страшная, скрыта в этом чудушном теле. Каждый раз, когда он выходит, он всегда на пределе. И он вам такой битбокс застелит, вы офигеете сразу. Но сейчас просто качает башку, мой браза. И у меня есть для него простая задача. Спасибо каждой девочке, спасибо каждому мальчику, который положил сюда чего-то. Сейчас мы пересчитаем, что там получается, мы пока не представляем. Итак, шот, начинай. Сотка номер один. Сотка номер один положил состоятельный господин. Мог бы положить и косарь, сотку положил почему-то. Ладно, сотка тоже круто. Тоже круто. Пятихатка гораздо лучше, у нас уже 600. Еще две сотки тут даже пойдет. Сложная операция, но можно догадаться, что 800 рублей там лежит. Это если вкратце, если вкратце. Полтинник улетел, но он вернется. Это была ты? Спасибо, мое солнце. Нет, это была не ты, ты положила больше гораздо. 850 рублей. Здравствуй. Далее, еще полтос и уже 900. Сейчас, друзья, обнуление произойдет. И вместо двух нулей мы увидим 1, 3 целых. Что я за кретин? Мы еще ходим с отругом, и здесь получается штука. У меня чувство, будто я рыбак, и я поймал щуку. Причем вот такого размера, а там еще не все. Итак, друзья, мой речитатив меня далее несет. Еще пятихатка, и ты это полтора косаря. Это круто уже, честно говоря. Косарь 700, косарь 750, я очень рад. Косарь 800, расклад. Очень радостный брат, вот уже два штукаря. Дальше можно не считать, это подробности все, ребят. Какой лист календаря, это никому не важно. Сейчас я наконец-то у вас водочку спрашиваю. Алло, госпожа Примадонна, извините, но меня сбил этот звонок телефона. Я беру его, поднимаю, нет, я его забыл где-то, но этот голос я постоянно слышу, я родом из света. У нас очень мало бабла, поэтому мы его клянчим. Отдай свой мобильник, мальчик. Отдавай быстро. Нокия, не нужна такая. Итак, друзья, как у вас дела? Мы отдыхаем. Бабки в шапку. Гони монету, сделаем счастливым всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, неси свой вклад. Дело спасения бездомных поросят и ел. Бабки в шапку. Гони монету, сделаем счастливым всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, неси свой вклад. Дело спасения. Бумажки кончились, началась мелочь, но мне уже шнур. Поэтому сейчас я хотел бы купить мотив кутюр. Поэтому сейчас я хотел бы купить видеть больше. Я не монету, это понятно, не действуй советом. Немедленно с ответом, я помогу советом. Надо все положить, и купюры, и все монеты, летом. Ветер меняется, холодно становится. Друзья, как гласит русская пословица, сетера одного не ждут. Продолжаем. Светлое будущее, детей нарожаем. Если сейчас вы будете жадными, ничего не получится, это понятно вам? Огромное спасибо. Никто тебя не заставляет обманывать. Артист, это... О, класс. Что? Отдыхаешь дальше, вот. Так. Пожалуйста. Громче делай. Да, делай.
пустую, пустую. Да перераспи новую, открывай, давай, давай. Честное слово, я не виновен. Я не помню, откуда столько боли. На моих ладонях и моей одежде. Я никогда никого не пил прежде. Никогда ничего не пил прежде. Был тип, такой со всеми вежливо. Всегда только нужно бросал мусор. Отходил в сторону шумную тусы. Запрещенных веществ никаких укусов. Был положительным самого плюса. А потом как-то раз эту песню услышал. И все, прощай, окружай. Никто не будет, а я вот это буду. Если вдруг у тебя нет головы, я могу тебе легко отложить свою. Но только чувствую, что ты потом не нужно, но если я подложу свинью. Давай с тобой договоримся, откуда твой поступок, это твой поступок. Свою ответственность скорость платы, глупо на тебя кайф, какой бы там группы. Я рад, что ты со мной согласен, а теперь давай-ка вспомним открытку. Не даже их открытку, я вам задаем жару, стой потом. Вселенная бесконечно действительно, значит есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, копия меня пишут, копию песни этой. Если вселенная бесконечна и правда, то прямо следует из этого факта. Ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно. Где-то там будет далекие коробки. То есть не ты, конечно, а про копию. Не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не копия. Вселенная действительно бесконечна. Yeah.
подумать подробнее. Ты бы хочешь посерьезнее впариться в ситуацию. Ты помимо миров повторенных полностью, есть и такие, что могут чем-то отличаться. Получается, что где-то на заборках созвездий есть такие версии нашего мира, где мы с тобой либо уже не вместе, либо изначально прошли друг друга мимо. И мы там, может быть, даже счастливы. То есть, опять же, мы, а не к счастью. Эти варианты могут быть самыми разными, но я не хочу даже думать счастья. То, как и маги, то нам можем сели в магазине брошен. Наверное, поудачнее раскладок из лишней жести, которая нам досталась. Там все случилось не вопреки всему, а как надо, так как тут никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими. Если играть то, что нами с тобой угрожит, они нас тучат малышу в магазине брошенному. Но я надеюсь, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не гарантируюсь. Как бы круто там ни было, мне одно ясно. Еще сильнее я в тебя все равно не влюблюсь. Саша, ля и соль, брать изволь. Пусть не мешает вчерашний алкоголь. Пусть извилины стоят все в нужном порядке. Играет так, чтобы у всех душа ушла в пятки. От этих пух нот лишнего не добавляет. Саша, алло, хорош, не надо джаза, оборот сбавляй. Давай поспокойней, май баттерфляй. Душа гуляй, пасись, сейчас принялся играть. Такой фанк, который наверняка даже панк сейчас поддержит, он на ирокезе будет крутить брейкданс. Я был бы рад, если бы такое было в этот раз. У вас есть шанс сегодня классно провести время. Вы готовы к этому или вы до сих пор не в теме? Все идет по обычной схеме. Мы выходим точно на Арбат, как передача «Время». 21.00, отсюда мы стриснем обязательно. Но пока что у нас тут классное мероприятие. Увлекательно проводим в компании подруг и приятелей. Время, которое так проводить не обязательно, но доставляет это конкретно. Друзья, не смотрю на вас, мне жалко вас, мои бедные. Звук идет туда, до вас ни черта не доходит. Я понимаю, у нас бесхитростные мелодии, зато куча информации, от нее никуда нельзя деваться. Это мой фристайл бесконечной прямой трансляции. У вас уже руки потихоньку начинают отниматься, потому что вы снимаете на телефоны сестрицы и братцы. Вместо того, чтобы тупо наслаждаться, давайте, вы можете немного покачаться. У вас наснято там уже часов по 15, вырубайте всю эту херацию. Прекрати как рацию, охранник прижимать к уху, все время эту штуку, увидеть свою подругу, живьем, приди, вот на таком расстоянии. Хватит, наконец, в социальных сетях отвлекать внимание от решения важных жизненных вопросов. Мы все сделаем точно, комар не подточит носа. Все карманы обобраны, здесь ходят наши шулеры, мы драгдилеры, у нас по олдскулу все. Нас научил этому мастер-шеф, все, что я говорю, это блеф.
Шестерка треф, мёд твоего джокера по-любому, я карточный знаток. Друзья, я очень серьезный игрок, и ваше внимание привлек не просто так. По карманам шарят приспешники Вани, пока он стоит на гитаре, изображая игру, вводит вас за нос. Друзья, какие у вас на вечер планы? Вам тут еще тусить 4 часа. Кто-то кричит, возьми си, это попса. Ты все знаешь сам. Эй, WhatsApp, WhatsApp, респект улицы не растерян. Ну что за звери? Покрыли наши провода, я не уверен, что с таким звуком можно выступать. Ребята, скажите, вам нужен печальный припев этой баллады? Или вам до сих пор его не надо? Или вам больше по душе не лирика, а было надо? Я ненавижу такие звуки с детского сада. Когда горшок был рядом, я иногда не добегал и издавал подобные звуки. Но меня потом переучили в щуке. Я поступил на актерское, пришел, сразу сдал экзамены. Извините, пожалуйста, но это рэк реально провальный. Его бы не одобрил Алексей Навальный. Как его распилили у себя в конторе, реально. Чтобы такие джеки торчали в гитаре. Друзья, есть другие джеки, не шарю. Ничего в звукорежиссуре, но это был полный ад. У них там что-то есть, они говорят. Гитара мне вообще-то не нужна, потому что у Саши есть самая толстая и классная струна. И он на ней играет сейчас, гитара это лишняя вообще-то. Беды, беды, музыкантов достигают постоянно, в основном из-за того, что они не думают своей головой, а подчиняются сердцу. А сердце говорит, купи стиральную машину, купи большую машину, будь мужчиной. Купи вообще машину, все какие можешь купить, срочно, иначе я перестаю бить. Ты падаешь, но тебе надо подчиниться. Ты встаешь и считаешь денежные единицы. Считаешь их днем, ночью считаешь, и утром снова. Вы готовы к такой жизни или не готовы? Если не готовы, то большой город отнюдь для вас. Это фабрика слез, фабрика боли, экстаз. Здесь исполнять можно только очень короткое время. Итак, все те, кто в теме, я сейчас наконец-то говорю вам, деньги это зло. Поэтому если вдруг их в карманы к вам занесло, от них надо срочно избавляться. Подойдите к Ашоту Арменычу и все отдайте ему, пожалуйста, времечко. У нас сегодня очень тяжелое, сами знаете. Друзья, он так устал, вы просто не представляете. Мягкие встают, и горло тоже сиплое. Говорит, охрипло он. Но дело не в битбоксе. В чем дело, я потом вам скажу. Создайте шум! Я сказал, создайте шум! Я сказал, создайте шум! И еще раз, создайте шум! Настоящей дружбе, о музыке, о том, что она делает с людьми. И о богеме. И о богеме, конечно, да, богема, это важная тема. Вай-фай. Нет. Шот. Да. Ты наскучил нам. Так вот решаются проблемы у нас в портале, когда с музыкой что-то не так. Ну начни хотя бы в темпе. Сидели, пили, зашел разговор о смерти. Типа кто-то же из нас крякнет первым. Скорая, ритуалка, гроб, могила, черви. 3-9-40, Италия по списку. Дитерин, Алексеев, Храмор или Кислинский. Кто-то будет первым, кто-то последним. Значит, если все одновременно не свечат. Обсудили этот вариант, решили вряд ли. Все-таки придется, может, точно там каплю. Троим сначала, потом двоим и одному. Вот уж кому не позавидуешь, так это ему. Каким он будет? Дедом седоволосым. С растительностью, торчащей из души и носа. Или все случится раньше? Неизвестно. Да ну и хрен с ним. Лучше я, друзья, всюду развеселя, с ними все равно, на земля или ад. С ними ты везде будешь счастлив и рад, но мертвые друзья — это грустный расклад. Лучше я, друзья, всюду развеселя, с ними все равно, на земля или ад. С ними ты везде будешь счастлив и рад, но мертвые друзья —
Наш басист Саня Кислый, реальный профи по части настоящей рок-н-ролльной философии. На любую ситуацию в жизни этой у него есть два универсальных ответа. Это может шокировать тех, кто не знаком с Саньком. Но если ему скажешь: Сань, горел пультом, какой бы ни был на лице твоем эмоции, то он шурик тебе ответит фразой: по мне так это правильное отношение ко всем проблемам, не имеющим решения. А если все же что-то можно еще исправить, скорее всего, Саня делать ничего не станет. Вокруг все рушится, мир колбасит и трясет, а Кислый говорит спокойно. Вот мы и решили, что будет надо на надгробии написать эти две цитаты. Типа, кто первым крякнет, утрется мёд. Вот и все, точно. Ну и что, вопрос? Лучшие друзья, все разве сильно?